Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, на что стоит обращать особое внимание при выборе лошади. Лошадь способна стать как лучшим другом для своего владельца, так и источником многочисленных проблем. А начинается все с покупки этого животного. На что стоит обратить особое внимание при выборе лошади, чтобы потом получать больше положительных, чем отрицательных эмоций от общения с любимцем. Каких правил необходимо придерживаться при покупке этого благородного животного? Рассмотрим подробнее. Внешность лошади – показатель ее здоровья. Никогда не приобретайте лошадь с тусклой шерстью, торчащими маклаками и мутным взглядом. Вероятность того, что такое животное болеет, очень высока. Обращайте внимание на копыта. У здорового коня они ровные, без колец и трещин. Обязательно проверьте лошадь у ветеринара, прежде чем отдадите полную сумму за ее покупку. Присмотритесь к поведению лошади. Нормальное, здоровое животное должно вести себя спокойно, но при этом не быть забитым. Посмотрите, насколько послушно лошадь ведет себя, когда ее чистят, покорна ли она, когда хозяин седлает ее. Обратите внимание на то, как двигается животное. Лошадь должна быть активной, а не уставшей. В противном случае это может быть свидетельством того, что лошадь постоянно несет чрезмерные нагрузки. Перед покупкой обязательно поездите на лошади сами. Обратите внимание на то, насколько внимательно животное выполняет ваши указания. Если без хлыста вы не можете сдвинуть лошадь с места, скорее всего, в будущем вам будет очень сложно найти с ней общий язык. Обращайте внимание на то, в каких условиях лошадь воспитывалась и жила до вас. В конюшне не должно быть сыро или душно, на ее территории недопустим мусор или лужи. Любое из таких нарушений отражается как на работоспособности, так и на здоровье лошади. Приобретайте лошадь только у заводчиков с хорошей репутацией. Проследите за тем, чтобы заводчик предоставил вам все необходимые на животное документы, от родословной до ветеринарного паспорта. Если есть возможность, приобретайте лошадь по рекомендации знакомых или проверенных экспертов. Покупка лошади – ответственный и серьезный шаг. Соблюдайте рекомендации, выбирайте здорового и послушного друга. Но не забывайте о том, что лошадь должна понравиться вам не только по определенным характеристикам. Важно, чтобы между вами и животным уже с первых встреч установился теплый, дружеский контакт. О других полезных правилах выбора домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!